So we are reading a book, and let's start from here. Ready? Yes. I can see it in your face. I live with 10 other old men in one house. Come and be our servant. Salem walked through the city with the old man, and they stopped outside the old man's house. Ну, ты вкратце, по-русски пусть будет. Что произошло с Салимом? У него умер отец. Good. И все деньги достались Салиму. Good. Салим все их потратил и начал зарабатывать их на улице. Ну, не так немножко. Он их не потратил, он их растратил. Ну, растратил. Растратил. Растратил, то есть проиграл, протранжирил. Оказался без денег совершенно и стал подрабатывать на улице каким способом? Carry something. Поднести что-то, такую вот грубую, грязную работу, делал какие-то деньги, получал, но, сидячи на улице, ждал работы очередной, кому что поднести. Подошел старик, пригласил его быть слугой у них в доме, у стариков, их там 10 человек. Сказал, что он видит по лицу Салиму, что у того перспектива в жизни лучше, чем сидеть на улице в грязи и ждать, пока кто-то попросит поднести какой-то чемодан, там, я не знаю, сундук. Помним, что эта книга очень древняя. Никаких мобильных, никаких интернетов, никаких машин. Только лошади, повозки. Окей. Good, very nice. Ослики. Before they went in, the old man turned to Salem and said... Okay. Salem walked. Давай-ка сначала я. Ну-ка еще раз. Ready? Yes. ...to you with the old man. And they stopped outside the old man's house. Salem walked. Salem walked through the city with the old man, and they stopped outside the old man's house. Good. Translate. Салим шел... Нет. Через город. Через город со... Стариком. Стариком. И они остановились... Снаружи. Снаружи... Дома старика. Good. Very nice. Very nice. Before they went in, the old man turned to Salem and said... Before they went in, the old man turned to Salem and said... Good. This house... Прежде чем войти... Прежде чем войти в дом... Старик повернулся. Старик повернулся... К Салиму. И сказал... This house is a very unhappy place. But never ask any questions about that. This house is... a very unhappy place, but never ask any questions about that. Good. Этот дом очень unhappy place. Этот дом очень несчастливый. Но никогда не спрашивай какие-то any questions, какие-то вопросы про это. Почему он несчастливый, этот дом? Почему здесь все такие грустные? Никогда не спрашивай вопросы. I remember that, said Salem, and he followed the old man through the door. I remember that, said Salem, and... He followed. Followed. Followed.
followed the old man through the door. Okay. Я запомню это, сказал Салем. И пошел за стариком через дверь. The inside of the house was very beautiful. The inside of the house was very beautiful. Okay. The rooms were... Внутри дом был очень... Внутри дом был очень красивый. The rooms were large, with floors of different colors. The rooms were large, with floors of different colors. Okay. Комнаты были очень большие. Комнаты были очень большие. С полами различных цветов. Это Восток, на Востоке. Ну, может быть, там ты смотрела фильм «Волшебная лампа Аладдина». Не смотрела мультик такой, нет? Я смотрела фильм. Фильм, ну, замечательно. Там плиткой выкладывают пол, потому что очень жарко. И по плитке очень удобно ходить. И раньше эту плитку выкладывали разных цветов. Ну и сейчас, наверное. In the middle of the house was a lovely garden with many flowers. In the middle of the house was a lovely garden with many flowers. Good. Salim. И в середине дома... И в середине дома был прекрасный сад. Прекрасный сад. С множеством. Где было очень много цветов. Salem could hear the sound of water and bird song. Salem could hear the sound of water and bird song. Good. Салем мог слышать что? Sound of water. Звук воды. Звук воды и как поют птицы. Да, звук воды принято было еще в середине дома, в садике фонтан разбивать. Это фонтан, скорее всего, журчал очень красиво. Ну и пели птицы. То есть дом-то был очень красивый. Then he heard other sounds. Then he heard other sounds. Good. They came from the other... А потом он услышал другие звуки. Потом он услышал другие звуки. They came from the other old man. They came from the other old man. Они исходили от других стариков. The men wore black, and they cried in their rooms. The men wore black, and they cried in their rooms. Good. Он... Старики были одеты во что? Старики были одеты в черную одежду. Good. И они плакали в своих комнатах. The first old man took Salem into his room. The first old man took Salem into his room. Good. He showed him первый a box. Старик первый старик взял Салема и повел в свою комнату. He showed him a box with pieces of gold inside. He showed him a box with pieces of gold inside. И показал ему сундук полный чего? Полный золота.